Гависелолин. Раз, два, три. Все Гависелолин чай. И мы снимаем новое видео, как мы провели наш сегодняшний день. Рассказываю. Вчера девушки в магазин сходили, поужинали. Вчера на ужин. Не знаю. На ужин вчера я ужинал, дедушка поел. Потом хотел арбуз поесть. Да. Полежьте арбуз. Вчера тебе школу хотели попить. Да. Но я вчера, знаешь, что я такое сделал за столом? Сидел за столом, ну что, утром разбудил дедушку вчера. Да. И еще за столом, знаешь, что я сделал за столом? Mm-hmm. Ты сейчас не поверишь. Рыгал. Uh-huh. Нет, пердел. Попердил. Так а для чего мы это видео снимаем такое? Ну, попукал и порогал. Ну ладно, молодец. И я из-за стола вышел. Понятно. Не пил, как обычно я всегда пью чай школы или с чем-то вкусным, но я тебя ничего не съел. Угу. Рыгал. Угу. Рыгал и пердил. Все. Легли спать, покушал очень хорошо, но плохо себя вел. Поел хорошо, поужинали хорошо, но... Рыгал это было вообще черт что. Плохо себя вел. Еще дедушку разбудил зато. Дедушку разбудил и еще это сделал. Да. И разбудил дедушку, сегодня надеюсь. Угу. Завтра не будет дедушку. А не, мы завтра опять собираемся и едем с тобой. Кушать не будем дома. А то есть мы опять долго будем сидеть, мы с тобой опоздаем. Мы кушать и дома. Нас оштрафуют, что мы не приехали, потому что нас там забронировано. Мы не будем дома кушать. Боже, поедем сразу. Или с собой возьмем покушать. Да, и навали. Сейчас пельмени. Колбаски пожар. Не надо колбаски. Мы с тобой колбаски пожар, с тобой колбаски. Пельмени навали. Давай. Ой, колбаски давай. Колбаски делай, будем да там. Хорошо. Позавтракаем. Да, пожалуйста. И может купим какой-нибудь воды с собой возьмем, Ваня? Воды возьмем, да. Воды возьмем. Обязательно колу возьмем попить. Кофе сделаю. Колу возьмем. Кофе. Все. Ага. Порогал вчера, поужинал, легли спать, встали, завтракали сегодня опять? Угу. Завтракали или нет? Завтракали? Да. Сегодня встали, легли спать, завтракали сегодня или нет? Завтракали? Сегодня. А, сегодня, подожди. Завтракали? А, сегодня... Завтракали? Ну как, мы дома не завтракали, поехали встали, сразу анализы сдавать. Встать. Как мы поехали, на что мы сели? На Б. Нет, на Т. Подожди. На Т? Нет, я даже не помню, что... А, нет, мы сначала, ты забыл, куда мы пошли? В наше ЦСО сдавать чеки. Но все на удаленке были. Все на удаленке. А здесь дети не было. Леночки не было, психолога не было, ну и школы нету. Mm-hmm. Плохо без школы, мам, плохо без школы. Плохо без школы вообще плохо. Центр ладно, но без школы вообще отвратительно. Да, что делать по месту школы? Mm-hmm. То ходить, то мы ходили после школы в магазин. И то мы в школу, только мы после школы. Ладно. Ой, ходили со школы, что нам дали? Что нам дали? Mm-hmm. Что нам дали? Ты что, не помнишь? Ну, ты ничего, не что нам так. Дали, ССО, что нам дали, что нам сделали. Чеки сдали. Дали? И дали, всё, сдали, нам придёт тогда сумма на, это, чё, на карточку вернётся, да, за ботинки. Мы их будем писать? Да. Чё? Будем писать. Мне дали сумму, угу. Всё, дали сумму, вернулись, сдали. Да. И поехали куда? Поехали. Наша поликлиника. Все сели на 25-й на М3 и поехали до поликлиники. Ну, там немножко прошли, ну ничего. Пришли. Сначала сдали мазок на. Ты что-то испугался. Ушки не боишься ушки делать? Ковид сдали. На ковид. Как тебе дело, расскажи? Вот так. В ротик вставляли палочку и в носик. Ты что-то в ушко не боишься, а в ротик носик боишься. Все такое. Тебе же хорошие хотят, да, сделали. Так, потом, значит... Пошли вот это. Потом пошли антрабиоз, дали в попу. Сделали мазок из попы. Потом, какой сдали? Коробочку сдали с... Да, сдали наверх. Все,
все, вышли и пошли в Subway. Первый купили Sub. Сколько стоит? Sub стоит... Подожди-ка, сколько стоит? Не, сколько стоит? 160 рублей, ну, честно говоря, фигня. Ну, вкусно. Мы куда сначала зашли? Мне в кафе? Мне не понравилось. Сначала в кафе зашли, которые... В кафе зашли, там можно было взять, кстати, чай и, например, кусок вот этой вот... Или кашу взять. Каша дорогая, 80 рублей каша, это что-то перебор. Лучше взять, что не хочешь. Ну хорошо, ладно, все, каша. Что не хочешь взять кассу, мам? Угу. Мам. Да. Ты не хочешь брать кассу, мам? Ну. Кассу лучше взять, запеканку. Да. Давай посмотрим в следующий раз. Хорошо. В следующий раз будем знать, что там есть кафе. Да. Че? В следующий раз будем знать, что есть кафе. Все, пошли, значит, в Subway, взяли завтрак, Sub, с омлетом, с ветчиной, с сыром и капучино. Честно говоря, мне ничего не понравилось. Ни капучино, какая-то фигня, не капучино. Ни это, ни Sub. Вот честно говоря, мне кажется, когда другие там девочки работали, которая с тобой была приветлива, там все было вкуснее. Да. Вот честно, мне ничего не понравилось. Не знаю, как тебе, вот мне ну, ничего. Ну, не понравилось. Ну, тетя были очень. Ну, ладно, если тебе понравилось, что они были приветливые, они были приветливые. Угу. Они хорошо к нам относились. Да. А ей что-то. Да, они к нам хорошо относились. Нам готовили много, нам большой сап делали, помните? Слушай, надо бы снимать видео, потому что девушка не идет рыбу в суп закладывать. Там просто овощи все разварятся просто в кашу. Ага. Читать вроде бы мне кого больше соуса. Она тебя любила, да. А это? Ну, они тебя первый раз видят, они еще не познакомились. Может, будет все хорошо. Хорошо. Вернутся они, и мы с ними покушаем. Может, да. Они нам делали большой саб. Да. Когда они были, они нам делали большой саб. Для большой. Хорошо. Так, значит. Вернутся, и мы сходим. Потом куда поехали? Вот. Значит, поели, сели на Б. И поехали сдавать документы на там Павелецкое, Третьяковское, в общем, туда. И сдали анализы. Нет, анализы мы уже давно сдали. Да. Мы, значит, поехали, документы привезли, там я заполнила бланки, Лёша там красиво написал, да? Пока. А ты сам писал, или тётя сказала? Ты молодец, вообще. Написал, потом еще раз. Потом главное, дядь, ровно потом написал. Потом к дяде поехали какому-то. К дяде поехали. Подожди, нет, не к дяде мы поехали. Нам сказали, что не хватает справки от нашего психиатра. И мы поехали к нашему психиатру, взяли справочку быстренько. И поехали туда. Сели опять на трамвай. Сели на трамвай и поехали метро. Опять. Нет, мы на метро опять сели. И да. У Лёши заблокирована карточка, ходим по моей. И поехали, отвезли им справку, они были довольны. И я там увидела всё в киоске Кока-Кола. Сколько стоило 0,5 литров? Сколько стоило? В киоске Кока-Кола 70 рублей. Купили? Или 75. Но мы договорились, что мы купим. Ее после того, как справку сдадим. Но мы вышли, что-то мне жалко стало 70 рублей за колу. Я говорю, давай сходим в Пятерочку. Маленькую купим. Такую же, только может быть дешевле, чуть-чуть переплачивать. И мы, значит, зашли в Пятерочку, она закрыта. Пошли там рядом магазин, оп, она же продается уже за 50 рублей. 55 рублей. 55. Оценка? Ой, честно говоря, уже опилась колы. Оценка? Оценка 4. Ну, вкусно было 5, но я уже опилась колы. И попили кока-колу, сели на трамвай какой? На трамвай. Какой трамвай? Номер. А, трамвай был 39-й. Все, и поехали. Сели, выпили кока-колу и бутылку где я оставила? Ты оставила ее, да. Где? Прям там в... Почему? Ну, потому что вот захотела оставить. Да, я вспоминала. Ага. Оставили бутылку кока-колу, вышли, куда сели, на какой номер? Так, вышли, сели на 39, а потом уже пересели на М3. И доехали до доехали Дикси. Доехали до Дикси. Захотелось нам чего опять? Опять колы. Опять колы, какая там? Колы купили и сырков. Не, сначала кока-колу. Только не дави, там сырки, хорошо. Они должны быть вообще купили, в холодильнике. Купили кока-колу. Сколько такая кока-кола стоит? Кока-кола простая. 55 рублей. 55 рублей, оценка. Ну, хорошие 5. Только не тряси эту газовую фигуру. Оценка? Оценка 5. А та? И та тоже. Купили потом вот такие вот. Да, сырки, сырки вкусные, как товаробушки. Сколько стоит? Сырок 1,12 рублей. Ну, они реально вкусные. Сколько стоит? 12 рублей сырок. Все? А все получились на 150 рублей. На 150 рублей, оценка? 5, вкусненькие.
Как потом, воробушки. Потом мы хотели пойти в Пятерочку, но они уже не пошли. Мы уже не пошли. Хотели пойти на какой-то водой там с клетом, но не пошли. Но не пошли. Все, устали мы, в общем, посидели немножко, попили колы, съели воробушек. Этот. Я отказался есть. Все, и потом пошли домой. Дома уже как бы стали отдыхать, арбуз разрезали, наконец-то вкусный, поели арбуз. На чайках мне времени не хватило. Ну, как бы да, завтра у нас съездим. У меня все время нет на чайках. Да, не, пока нет, наверное, мы пораньше ляжем. Да, вон там сегодня рано встали. Сегодня я буду с дедушкой сидеть. Угу. Я дедушку будил или нет? Нет. Сегодня будил дедушку? Нет, сегодня мы уехали. Не будил. Вот сегодня будет дедушку, на что перекинул. Я посмотрю, буду сегодня деду смотреть, что перекину. Хорошо. Завтра, надеюсь, я сегодня тебя хорошо, надеюсь, буду с девушкой смотреть, что перекину. Ладно, хорошо. Я позову дедушку, скажу, что ужинать пора, читать пора, и буду почитать. Да, прекрасно. Поужинаю, потом буду, что перекину. Да. И все, посмотрю, потом будем, потом буду кушать. Да. Все, я бы взял Олень чай с хамбай. Вы напишите комментарий, кому.